20 мая 2018 год, Харьков, 10:21 по Киеву, 13-й Велодень. Ужас, что творится. Место улыбки затерпано. Там кто-то есть. Красота. Вмещается ближе к углу из администрации. Ребят, проезжайте туда, заходите. Ну что, то началось ваш выбор. И не забывайте загадывать желание. Так, ладно, вопрос такой. А сейчас дождь пойдет. Он уже был. Что будет происходить с этим шариком? Куда будет стекать вода? И как они себя при этом будут чувствовать? Кстати, за уходку выложу я, поняла? До старта полчаса, наверное, еще. Ну, в 11, в общем. Я хожу на велосипеде и хожу, это ж неправильно. На велосипеде надо ездить. Опа, мимо. Хотели с удовольствия снять. Еще раз. Да ты посмотри, прямо так я. Так, а народу прибывает. В общем, даже несмотря на то, что утром приличный довольно дождик шел, отпугнуло это не всех. Впрочем, Харьков город обширный, может, где-то дождя этого и не было. Не, лучше про дождь не говори. Только рот открыл, сразу дождь пошел. Ты представляешь? По крайней мере, что-то капает на меня. Надеюсь, это птица. Испугались воздушного шара, а не очередная порция дождя. Да, ну дальше уже можно будет передвигаться, только цепляясь педалями друг за друга. Ну разве не чудесно? Маскарад – это замечательная составляющая харьковского велодня.
Это уже было прислано. Более 100 идей для организации флешмоба. Вань, сколько лет твоему красавцу? 2. Пока что на нашей сцене рекордсмен самый маленький велолюбитель. 2 года со своим замечательным... Вань, вы идете в флешмоб? Да, будьте аккуратны. Дорогие друзья, давайте договоримся. Если вы случайно, потому что много детей, потерялись возле сцены, подходите. У нас здесь будет точка сборки. Точка сборки для тех, кто... Дорогие детки, самое главное, послушайте, самое главное, дети, обращаемся сейчас к вам. Если вы чувствуете себя некомфортно, если у вас что-то болит, если вы, не дай бог, потерялись, никакой паники, подходите к 2 дядям, одному высокому и красивому, второму темному и обаятельному, и мы найдем ваших родителей. Обязательно найдем. Не должно быть никакой паники, дорогие взрослые. Просим вас быть максимально ответственными за тех, кто находится рядом. Безопасность – это прежде всего, это самое главное, что может быть на нашем сегодняшнем празднике. Итак, из 100 заявок выбрали в первом этапе 10. Ну, как еще можно снимать? 10 заявок, которые организаторы посчитали самыми крутыми и интересными. Мы можем прям дословно прочитать вам сейчас. 10 заявок. 10 идей, которые претендовали на то, чтобы получить сегодня на этой сцене. Так, ну что, дождик припускается. Будем ждать старта. Я школу про это вообще.